Сад – это образ рая. Здесь все хорошо устроено, все великолепно и прекрасно. Именно так, как задумал Бог. Я на листе. Ты кто? Я Макс, Макс Лукадо. А я Эрми. Ты умеешь плести паутину? Нет. А летать как бабочка? Нет. А жалить как пчела? Нет. И я не умею. Ты тоже самый обыкновенный. Ну почему же? Я особенный. И ты тоже? Ну да, как же. Не умею ни плести, ни летать, ни жалить. Только ползать и умею. Ну ладно, я пополз. Посторонись. Я ползу. Вот так всегда. Знаете, если вы не делаете ничего особенного, то начинаете думать, что вы самый обыкновенный. Но скоро Эрми узнает, что он вовсе необыкновенная гусеница. А ты ешь мух? Я тоже. Glueworks Entertainment и Томми Нельсон представляют. Эрми – самая обыкновенная гусеница. Автор сценария Макс Лукадо, художник Трой Шмидт. Продюсеры Дэн Линч и Рик Элдридж. Режиссер Беверли Холлоуэй. Композитор и автор стихов Роб Поттерф. Продюсер Рик Элдридж. Посмотри. Красота. Вау. Ой. Она сейчас полетит. Смотри. А то пропустишь. Молодец. Браво. 5 баллов. Прекрасное исполнение. Просто великолепно. Великолепно. Какое красивое дерево. Дерево? Боже, кто-нибудь. Нет. Гляди-ка. Привет, Эрми. Привет. Ух ты! Вау! Ну вот. Привет, Эрми! Привет, Милк. У меня к тебе вопрос. Валяй, что у тебя? Как бы ты меня описал? Ну...
Обыкновенный. Мне кажется, ты самый обыкновенный, Эрми. Спасибо. Не за что. Вкуснятина. Вкуснее не бывает. Придумал. Сейчас я им покажу. Бог, ты не спишь? Я никогда не сплю, Эрми. Хорошо, у меня есть вопрос. Да, Эрми? Почему ты создал меня таким обыкновенным? У других гусениц есть полоски или пятнышки. Я даже видел одну и с полосками, и с пятнышками. А у меня ничего. Я просто Эрми. Понятно. А я просто Ворми. Ты меня напугал. С кем ты беседуешь? Я разговариваю с Богом. А ты тоже с ним общаешься? Да, конечно. Постоянно. Правда? Ты мне не говорил. А ты не спрашивал. Да, действительно. Смотри, вот она. Красивая, да? Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? Посмотри, какие крылья, как они двигаются. А видел, как она летает? Удивительно. А теперь взгляни на меня. Скажи, есть во мне хоть что-то уникальное? Ну, у тебя... Ясно. Я так и знал. Я обыкновенный. Самый обыкновенный. А я хочу быть особенным. Вот таким. А ты? Посмотри на меня. Я обычный такой. Не могу я стоять, даже рядом с тобой. Все попытки бесполезны. Мне не стать таким, как ты. Но откуда взять мне крылья, чтобы исполнились мечты? Будь я больше или меньше, или тоньше, или стройнее, я бы был куда милее, чуть шустрее или ярче. Я бы взлетел, был бы полегче. Не такой я, увы, а хочу быть как ты. Think of what I could do. How about a little faster, a little brighter? I could fly if I were only lighter. I know it's not me, but all I want to be is just like you. Oh, какая красота! Я бы хотел быть другим. Только бы мне не быть таким. Кем угодно, если можно. Хоть на час, хоть на миг. Но, надеюсь, у меня будущее все же есть. Не могу я всю жизнь здесь сидеть и листья есть.
what it could be. But there's gotta be more to all of this than sitting around eating leaves. Будь я больше или меньше, или тоньше, или стройней, я был бы куда милей. Чуть шустрее или ярче, я бы взлетел, был бы полегче. Не такой я, увы, а я хочу быть как ты. How about a little faster, a little brighter? I could fly if I were only lighter. I know it's not me, but all I want to be is just like you. All I want to be is, and maybe я хочу летать, порхать, парить. Таким, как ты, хочу я быть. Just like you. Но должно же быть хоть что-то, чтобы мы могли почувствовать себя особенными. Гляди-ка. Бог, это я, Эрми. Назови ему свое имя. Он знает мое имя. Ах, да, тогда поздоровайся. Привет, Бог. Привет, Эрми. Привет, Ворми. Привет. Мы хотели спросить тебя. Ты создал столько удивительных существ, пауков, они плетут паутину, пчел, они мед делают, еще так жужжат, кузнечиков, которые стрекочут, и светлячков, они светятся. Спасибо. Пожалуйста. Но нам интересно, почему мы такие? У нас нет ничего такого, чтобы можно было воскликнуть «Ух ты!» или «Вот это да!» или «Нет, вы только посмотрите!» Мы самые обыкновенные гусеницы. И, в общем, мы хотим быть особенными. Ау. Ну вот, заболтался. Не волнуйтесь. Я еще не закончил с вами. Я хочу дать вам свое сердце. Не закончил с нами? Это здорово. И когда же ты с нами закончишь? Не сейчас. Почему мы должны есть листья? Многие их едят. Все, кого я знаю, едят листья. Они жуются. Да. Эй. А как насчет камней? Не слышал, чтобы их кто-то ел. Наверное, на то есть причина. Смотри, какой лакомый кусочек. Знаешь, нас назовут Эрми и Ворми, гусеницы камнееды. Итак. Пожалуй, листья вкуснее. Да, разумеется. Привет, ребята. Извините. Я сегодня отвечаю за уборку. Моя колония уже на подходе. Скоро здесь будет оживленное движение. Какой ты сильный. Спасибо. Я могу поднимать вес в 50 раз больше своего. А как тебе это удается? Не знаю. Наверное, таким меня создал Бог. Он сделал меня сильным. Да, это точно. Ага. Ой, прости, пожалуйста. Силу немного не рассчитал. Знаешь, Ворми, здорово быть сильным, да?
Вот бы нам стать силачами. Да, но пойдем, у меня есть план. Думаю, это плохая идея. Не бойся. Все великие идеи вначале казались ужасными. Тебе надо только прыгнуть, приземлиться на палку, шишка взлетит в воздух и упадет прямо мне в руки. Потом я подниму шишку вверх и покажу всем, какой я сильный. Понятно? Готов? Ну, прыгай. Ладно, прыгаю. Прямо в руки. Что случилось? Наших бьют. Что-то летело. Нас атакуют. Выслать подкрепление. Я еще вернусь. Бог, почему мы не такие сильные, как муравей? Мы хотим быть как он. Мы не хотим быть слабыми. Не волнуйтесь, Эрми и Ворми. Я еще с вами не закончил. Я дам вам свое сердце. Ну да, сердце, да. Знаешь, может, ты был слишком высоко? Нам нужно уменьшить твой вес. Что это было? Эй, что? Что это такое? Берегись. Ничего себе. Эй, ребята, кажется, сегодня штормит. Приветствую вас. Похоже, вам надо спрятаться от дождя. Да, точно. Мы насквозь вымокли. Я бы пригласила вас, да места маловато. Вам надо обзавестись таким домиком. Это твой дом? А как же? Смотрите. Уютно. И сухо. Все домашние удобства. Я всегда ношу свой дом с собой. Зонтик? Нет, спасибо. Домик — это здорово. Но он кажется тяжелым. И много ты путешествуешь? Ну, именно по этой причине я ползаю недалеко и медленно. Хотя это не имеет значения, потому что дом всегда со мной. Повезло. Да, да, повезло. Эй, ребятки, не хотите искупаться у меня в джакузи? Здорово было бы иметь при себе такой домик. Да, действительно. Спасибо, улитка, за хорошую идею. Всегда пожалуйста. Чай со льдом? Нет, спасибо. Нам еще надо работать. Пойдем. О, нет, только не это. Ты готов, Варми? Нет, не совсем. Да не переживай, ты, все будет хорошо. Значит так, когда я скажу, ты сбросишь улей. И он упадет мне на спину, и тогда я смогу брать его всегда с собой. Не нравится мне этот план. Ворми, ты хочешь быть обычным, невыразительным, заурядным?
Понимаешь, это наш шанс стать не такими, какие мы есть. Почему ты хочешь остаться обыкновенным? Так безопасней. Ворми, чтобы чего-то добиться, надо рискнуть. Поэтому отвяжи улей по сигналу. Не к добру это. Ну ладно. Готов? Давай. Получается. Есть. Не получается. Извините, никого нет дома. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Разве это не прекрасно? Бог, это снова Эрми. Можно тебя спросить? Да, Эрми. Почему ты дал улитке такой уютный мобильный домик, а мы живем на листиках? Мы хотим быть как улитка. Эрми, Ворми, я люблю вас, и я еще с вами не закончил. Ну да, спасибо. Извини, что потревожил. Слушай, Ворми, может нам использовать птичье гнездо? Эрми, если Бог с нами еще не закончил, значит, у него есть какой-то план. Наверное. Может, нам надо просто подождать? Да, я. Ты только посмотри. Привет, ребята. Да ты просто красавица. Правда? Спасибо. Но я замужем. Нет, нет. Твои пятнышки, они такие... восхитительные. Да, да. И такие... такие... черные. Да. И еще... идеально круглые. Да. У тебя самые прекрасные пятнышки на Земле. Ночная гусеница. Эрми споткнулся, а дуванчик отряхнулся. Где ты нашла такой красивый наряд? Я тут ни при чем. Такой меня сотворил Бог. Ну да, конечно. Да, мы знаем. Погоди-ка. Вот, придумал. Кажется, меня мама зовет. Нет, нет, нет. Пойдем со мной. У меня плохое предчувствие. Теперь все будет по-другому, поверь. Тебе только нужно уронить на меня ягодку голубики. Тогда я весь буду покрыт яркими пятнами, которыми все будут восхищаться. А вдруг тебе будет больно? Ну что-то такого. Всего лишь маленькая ягодка. Давай. Ты готов? Бросай! Окей. Ладно, бросаю. Здорово, я же говорил. Все, этого хватит. Достаточно. Просто... Эрми, вернись. Постой. Эрми. Эрми. Эрми.
Эрми. Эрми. Оставь меня. Эрми, что ты делаешь? Прячусь, чтобы никто не видел моего обыкновенного лица. Ты чего? Ты не можешь там прятаться вечно. Никто ее не заметит. Я замечу. Прости, Ворми. От меня одни неприятности. Ты не передо мной должен извиняться. Прости нас, Бог. Мы знаем, что ты мудрый и добрый, но нам непонятно, почему ты нас создал такими. Мы такие... обыкновенные. Да, обыкновенные. Когда мы станем особенными? Эрми, кто создал муравья? Ты. А улитку? Ты. А божью коровку и бабочку? Ты. Но что ты этим хочешь сказать? Кто создал тебя? Ну, ты же знаешь, если я создал всех их особенными, значит, и в тебе есть что-то особенное. Разве я мог ошибиться, сотворив тебя? Ну... ах, Эрми, ах, Ворми, разве недостаточно, что я люблю вас такими, какие вы есть? Даже если вы не любите себя такими. Достаточно. Но помните, я с вами еще не закончил. Ты в порядке? Да, да. Просто спать хочется. Трудный был день. Кажется, спать теперь я буду долго. Тогда лучше ложиться. Да. Здесь хорошо, так уютно. Так мягко. Спасибо тебе. Ты спи, а я буду ждать, пока ты не проснешься. Ворми? Да, Эрми. Знаешь, так утомительно быть кем-то другим. Это точно. Спокойной ночи, Ворми. Спасибо, что ты мой друг. Бог, я согласен быть обыкновенной гусеницей. У меня великий Бог, и от этого я особенный. В жизни все меняется. И не важно, что видишь ты, как зима в весну превращается. У надежд твоих будут плоды. Не успеешь даже заметить, как закончатся злые дожди. Ты расправишь прекрасные крылья, Бог откроет планы свои. Как из семечка вырастет дерево? И тебя что-то в жизни ждет. Раз песня твоя не окончена, верь, что время твое придет. Даже если надежды потеряны, все равно наступит рассвет. Оставайся всегда уверенным, что у Бога найдешь ответ. You got
Алло. Еще ночь? Что происходит? Кто выключил свет? Я тут застрял. Эрми? Ворми, это ты? Эрми. Вытащи меня отсюда. Скорее. Мне это не нравится. Эрми, я лечу. Ворми, посмотри. Я лечу. Я бабочка. Эрми, ты бабочка. Как это здорово. Я летаю. Смотри, как я могу. Разве ты не хочешь стать таким? Я всегда мечтал об этом. Привет, муравей. Вот это да. Ты извинился. Знаешь, отсюда ты выглядишь как муравей. Привет, улитка. Нет, вы только посмотрите. Эрми, ты такой большой. Привет, коровка. Ух ты. Эрми, я никогда в жизни не видела такой прекрасной бабочки. Извини, ты замужем. Привет, ребята. Эрми. Ты знаешь, Бог был прав. Он тогда еще со мной не закончил. Я не видел таких красивых бабочек, как ты, Эрми. Ты великолепен. Эй, что ты делаешь? Поставь меня. Знаешь, Ворми, я не муравей, и не улитка, и не божья коровка. Но я особенный, уникальный. Бог еще не закончил со мной. И если он не закончил со мной, значит, он не закончил с тобой. Ты правда так думаешь? Я это знаю. Как это чудесно. Ворми, здесь так красиво. Что-то меня в сон клонит. Эрми, чего ты останавливаешься? Давай на перегонки. Я тоже рад, что Бог еще со мной не закончил. Вы знаете, Он любит нас такими, какие мы есть. Конечно, Он не даст нам новых крыльев, зато Он даст нам новое сердце, такое же, как у Него. Поэтому Он созидает нас и формирует, чтобы мы были похожи на Него. Разве не удивительно, что Бог может сделать? Привет, Макс! Эрми, какой ты красивый! Спасибо. Слушай, давай на перегонки. До фонтана и обратно. Готов? Пошли. Эй, это нечестно. У тебя же крылья. Не догонишь. Эй, что ты делаешь? Не смей меня этим ловить. Just great.